Уважаемые пешеходы, переходите дорогу в зоне пешеходных переходов. Акция «Пешеход-пешеходный переход» проходит ежегодно на протяжении долгих лет. В ней принимают активное участие студенты, примерившие на себя роль сотрудников ДПС. Они рассказывают, что уже знают, какую профессию выберут в будущем. Хочу себе после армии устроиться в ГИБДД работать, точно так же следить за обстановкой на дороге, чтобы люди не нарушали, так же как пешеходы и водители. Было без происшествий на наших дорогах, потому что ходят наши родные и близкие. Ребята вручили пешеходам и водителям памятки о правилах безопасного поведения на дорогах, а в ответ пешеходы обещали всегда быть дисциплинированными. Мы пригласили студентов Каннского технологического колледжа, чтобы они сами окунулись в нашу работу, посмотрели, как несут службу сотрудники дорожно-патрульной службы, как проводят профилактические беседы, пресекают нарушения. Поэтому сегодня мы на площади совместно со студентами и сотрудниками дорожно-патрульной службы проводим такое мероприятие. Студенты говорят, что процесс работы оказался очень интересный, и такой опыт им запомнится надолго. Татьяна Тункусевич, Слав Морозов, телекомпания «Каннск», 5-й канал.